Ей, все, привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Скромник, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Лабиринт. Всем привет. Всем привет. Однако, здравствуйте. Сегодня я буду чужим, а пацаны будут убегать в лабиринте, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю мочить уже Серегу. Серега, извини, я просто, тебе так вкусно пах говном. Я решил тебя замочить. Ребята, как все настроение у нас классное. Не забываем подписываться на канал, ставить лайкосик. Ролики выходят каждый день. Мы стараемся для вас хвост в экран совать. Там ловушка. Пацаны, все. Я до башни дошел. Я сделаю подальше камеру. О, так получше будет намного. Так, я иду на башню. Двигаемся быстро на башню. В сторону башни двигаемся быстрее. Димас, я тебе тут сюрпризы оставляю. А кто тут на В пролетает? Я не понял. Ты на укле подключил. А, ну да. Подключил. Так, ребята, правила такие. Кого я кусаю за жопу, он умирает и становится тоже чужим. И мы выживаем Скромник. Дальше. Скромник, я вас видел, я вас Скромник. Видел. Скромник, бежим. Ну иди сюда, говно. Ну блин, а. Нет, ненавижу. Жив. Мас, ты где? А уже возле башни остановлюсь. Я в ловушке. Спасите. Есть! Я сверху прыгнул и сожрал его морду. Так, продолжаем. Ребята, теперь я уже со Скромником, и мы теперь вдвоем. Скромник, можешь даже личинку брать, если хочешь? О, я кого-то видел! Подождите, подождите, меня проглючили? Спасайте. А, нечестно, ты сдалека писаешь. Так какой ты рядом возле моей морды пробегал? И что? В смысле, ты пахнешь говном, я тебя съел. Хороший аргумент, Дима. Согласен. Ой, а кто там был? А, он был в этом... Короче, ты тоже пах чем-то нехорошим, я тебе... А кто ловушку сломал-то? Не знаю. Не знаю. Я куда-то упал. Не ссы, не ссы, не ссы, я иду к тебе, я иду на звук, пацаны. Спасибо, Скромник. Димас меня никогда не найдет. Ты что, думаешь, я не найду Серега. Тебя? Серега, молодец, мочи всех нас. Да можно дает добро, мочи нас, мочи чужих. Кого ты съел? Ты, Димас, ты съел Скромника? Каркарыча. Чумного? Каркарыча. Блин, троих. Я... А, Снеговичок еще, Снеговичок. Я сижу, я сейчас еще... Я живой. Я и Снеговик живые, короче. Я... Меня съели. Кто-то... На! Я один остался. Кого-то залупашили еще. Анчик. Я найдем. А кто голубая? Это меня как? Никто никогда не найдет, меня Димас не найдет и не съест. А, а серьезно, кто голубой этот акула? Чумной. Ладно. Чумной, тебя сожрали, давай бери синоморф. Он летал. Уже взял. А не, уходи. Димас, ты меня сожрал. А что ты невидимый был, что ли? У меня что-то произошло, я не понял. Не, нельзя невидимкой оставать, Серегу ищем по-честному. Я вижу какой-то шкафчик, ребят. Я знаю, где ты. Я иду к тебе. Где? На спауне. Я знаю, где. Нет. Да. Это где-то около угла. Да? Я иду в угол. Блин, туда еще не попадешь, потому что лабиринт очень запутанный. Давай в угол. Там, где... Я его нашел. Кто-то мочи, ящик... мочи, мочи Сережку, пожалуйста. Он должен вылезти, я его в ящике не могу брать. Оу. Так, так. Прям... Сити. Да кто блин, он уже убежал. Нащите его. Нащите. Я верю в нас, пацаны, мы сможем. Тихо, тут что-то. Блин, тут такая карта запутанная, ну. Чувствую запах. Я ящик какой-то нашел. Ну, кстати, может, это не такой большой лабиринт. Там еще есть больше, намного лабиринт, чем этот. Может, он в каком-то в темном участке находится? В темном месте. Что ты видишь сейчас, Раби? Стены, скажи. Я вижу... Стену. Пол из плиток. Вот это подсказка. Я вижу кирпичную стену. А ты слышишь звук шагов приближающихся? Да. Это я. Да. Это я тоже. Серега, я знаю, где ты. Где я? Блин, да что ж ты был такой, как я? Нельзя одинаковые. Серега, почему тебя не нашел? Не торопитесь. Ну, не нашел, потому что я запрятался в одном из ящиков. А их несколько в лабиринте.
Я нашел один крокодил. Там никого не было. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Что, сдаетесь? Нет. Нет. Нет, ты что такое говоришь, такие плохие слова? Ящик пересмотрю. Да, вы смотрите внимательно, вы точно все, вы весь лабиринт обыскали? Я в одном из ящиков в лабиринте. Так, Серега, сиди в ящике, сиди. Сижу, сижу, жду вас. Жди, жду. А ящик ты сам поставил, лично, своими руками? Да, взял его, это, приварил сварочным аппаратом, взял это, сделал несколько ящиков под заказ у меня и взял и поставил в лабиринт. Димас, ты чё летаешь? Я летаю? Да я не летаю, ты... Да ты что такое? Да я застрял в текстурке и вылетел. Да-да-да, знаю. Серьезно, вот когда нажимаешь тут кнопку какую-то... Правая кнопка мыши, становишься невидимым. Ой. Я слышу, как Димас вылез, или... О, слышал топанье. Опять кто-то залез. Да что ж такое? Это уже рядом, это рядом со мной было. Да Серега, ну где ты, ну? Ну в ящике, я ждал подсказку. Ящики, говоришь, да? Да, в ящике. Я нашел тебя. Где ты? Я тебя не вижу. Это не ты, Ан. Есть! Ура! Ура! Блин, это Нига. Это я тут. Есть, Серега, съели! А где оно было? А он, короче, в каком-то неизвестном месте. Я уже везде запутал. Ну, короче, все есть. Неизвестное место, ты офигел? Серега, давай, раз ты такой сильно модный, лети на спаун, а мы будем теперь выживать. Ты нас мочи. Все, давайте. Я кил прописываю. Серега, ну если я тут заныкаюсь, ты меня никогда не найдешь. Ну это мы еще посмотрим. Давай, Димас, найду хорошо. Тебя. Хорошо. Я в тебя верю, ты сможешь. А я боюсь. Почему в одном из ящиков какой-то глаз? О, Димасня. Не-не, где? Посмотри на этот, на переходы. А, то ты, тебе чужой бежит, прощай. Давай, давай. Нельзя было раньше. Я могу камеру взять и узазумить чужого. Ребята, бежит, бежит. О, я вижу тебя. Я... Да. Ты дурак, что ли? Ко мне бежишь? Кому еще? Ой. А мне интересно... А я убежал, Серега. Я побежал в другую сторону карты. А ты уверен? Да, 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 да. Ну давай, успехов. Я бегу со всей силы, просто со всей силы. А почему ты ящик? Я тебя найду, я тебя найду, Димас. Давай, ищи. Там летающий ящик. Это все нормально. Это ловушка. А кто-то мины ставит, а я слышу мины кто-то ставит. Димас, ты состраиваешь? Нет, я не умею. Ой-ой-ой, смех выдал тебя, Димас. Все. Да я никогда не умел. Да-да-да, не умел, говорит он мне. Посмотри в консоли, я даже не ставлю. Серега, ну что ты такой слабый? Да это меня свой же дурак сожрал. Нет, я не ставил. Плагин. Димас, не надо! Блин, ты дурак, что ли? Ну что ты сделала? Так далеко было. Нормально. Блин, а ты что, я испугался? Димас, не надо было. Ё-моё, рабочий стол? Не, просчитывается, я думаю, справится. Ага. Смотри, смогло. Серега, ты живой остался? Да. Да, Серега, да это ничего. Не, Серега, мочите в него. Вы встречаете, стреляйте, стреляйте. Блин. Да ну не меня. Ну, не выезжу я, извините. Так. Ай-яй-яй. Слышь, жопа, иди сюда. Говно ты собачья. Ай-яй-яй. Блин, мне радиация жопу жжет. Согласен. Скромненько, спасибо. Да я в ком-то застрял, еще не видел. Серега, иди сюда. Я тебя не боюсь. Ты хорош.
Лагин. Красавчик я. Хотя проиграл миллион раз. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Димас.